Привет, мои дорогие! С вами опять Нейля. У нас такое солнышко сейчас припекает прямо так. Я сделала реснички и сделала ногти. Вчера 3 часа просидела в студии. И все сделала в одной студии, и реснички, и ногти. Вот у меня такие вот реснички 3D. Я на 2 или на 3 недели опять как пошла их подправила. Получается дешевле прайс, если... Боже, что я плююсь? Получается цена дешевле, если раньше ходишь и подправляешь вот так вот, чем ждать 4 недели и потом платить полный как прайс. Но бьет сильно солнце в глаза, я одену очки, извиняйте. Такая жара, сауна в машине, мои дорогие. Продолжаем дальше. Меня люди это побеспокоили. Ой, мужик чуть не упал там. Поскользнулся на бордюре. Я сижу, сейчас жду сына. Забираю сына, значит, с учебы его, с обучения. У меня сегодня был короткий день, а у него длинный. Я заехала домой, еще там посылочки получила. Пришли 2 посылочки, одна для сына, одна для меня. Я вам потом сделаю распаковочку. Хочу вам рассказать такой сегодня случай произошел. Я стою, работаю, и у меня через окно еще одна фирма маленькая, как столярная мастерская. И там как раз двор, мое окно, вот это, где я работаю, это окно выходит во двор соседней фирмы. И там ученики работают и мастер. Там небольшая совсем такая фирмочка. У них стоят там их служебные машинки маленькие, электрические, смарт у них все. Они их прямо там заряжают, это на кабеле. И стоят там какие-то доски, ну, всякий там материал такой вот. И постоянно там какие-то ученики. И тут, ну, я спокойно работаю и слышу такой крик пронзительный. «Machen Sie sauber! Machen Sie sauber!» Это означает «наведите чистоту», «убирайте», «убирайте». И вот именно кричит пронзительно, как будто там что-то произошло. Я выглядываю, конечно, в окно, и там 2 мальчика лет по 17, совсем такие молоденькие, может, даже практиканты какие-то, даже не похожи на студентов, а больше похожи на каких-то практикантов, которые только со школы, там, может, в каникулы решили заработать. И выходит мужик лет 50, ковыряется что-то в этом смарте, открыл там багажник. И эти мальчишки бегают, такие доски тяжелые. И они быстро все делают, как он им говорит. Мужик ходит. Здесь эти машины продаются. И он ходит, думает, что она там снимает. Он прошел, проверил все машины, пересчитал. Или я ничего не украла. У него там стоит машинка. Я сейчас на такой парковочке. Здесь 2 магазина, Aldi и Эдека. Почти пустая уже парковка, потому что уже вечер. Мы сейчас с вами на лифте вот здесь вот спустимся в магазин. Видите, такие грибочки классные. 3 сорта. И что мы? По 19,90. Есть еще совсем такие маленькие.
Ой, какие красавицы. Феферлинги и шейтаки. Эти феферлинги. €4 такая упаковка. Мы сейчас в турецком ресторане. У нас такое блюдо. Оно называется Адана. Там такие, как шашлыки вот такие. Мясо. Сейчас у Чиба много редуцированных. Спортивные штанишки. Вот 12-14. Такие 14. А короткие 12. Такие. 3/4. Какой-то размер. Не вижу. 40-42. Кофточки такие. Масло мне надо посмотреть. Но я не помню, какой у меня номер. Надо сначала посмотреть в книжечке. Такие вот цены. Всякие штуки для машин, коврики, рули, вот эти сидухи, 29, 27, подложки, по тарелочке. Симпатично. По 2, по 3 евро. Досточки 10. Корзинки для булочек. Такие досточки пластиковые по 10. Посудка. Ножи. Телевизор можно купить. 609 евро. Такого размера. Огромный. В Кауфланде киевский торт по 10 евро. И пражский. Я уже не помню, как он вообще, какой у него вкус. Пражский такой с шоколадом, а киевский типа безе. И еще какой-то веселка есть. Киевский, пражский и Наполеон. Набрала всего в Кауфланде. Вот купила жидкость для стекол. Летнюю, арбузик, все купила. Привет, мои дорогие, с вами Нелли. Я сейчас уже так поздно вечером, уже у нас потемнело. Я с Кауфланда возвращаюсь. Сейчас должна развернуться здесь, мои дорогие. Уехала сюда, потому что мне нужны были батарейки для часов на стенах. Я уже 2 дня без часов. Все. Все прошли. Да, я ничего не вижу. Господи. Свет горит у меня. Мои дорогие, сейчас выйдем отсюда. Постараемся выйти. Я не знаю как. Смотрите, как поставили эти тачки. Это что невозможно развернуться. Такой барчик. Смотрите, сколько тачек. И никто не убирает их. Они прямо на дорогу выезжают.
шкафа, я вам сейчас рассказываю. Я уже давно не была в Кауфланде из-за того, что мне нужны были батареечки для часов. Я сюда приехала, потому что я поздно вышла. Я вышла где-то 8 вечера. Уже все такие нормальные магазины закрыты. И только Кауфланд работает и пару супермаркетов. И я из-за этих батареек искала их долго. А там постоянно же всякие ангиботы. Я все пока пересмотрела. Мне все же надо, мои дорогие. Надо же все посмотреть. Я вам там чуть-чуть поснимала, что там есть. Там опять есть подушки и вот эти вот матрасики на Garden Мебель. Такой десертик, это такой штрудель с Йоханнесбергом, такие красные ягодки, как они называются по-русски, я не знаю, забыла, и мороженое. И получилось такое желе тоже с Йоханнесбергом, я сверху чуть-чуть его полила. Приятного аппетита, мои дорогие!